Я за здоровый образ жизни. И для меня даже запах табака – это повод для того, чтобы с человеком слишком близко не общаться. Мне настолько неприятен, что даже, наверное, аллергия у меня уже есть на это, на дым и на запах. Но тем не менее, я считаю, что, опять же, в цивилизованном обществе нужно заботиться о всех его членах. Не каждый человек может бросить курить. Многие курят по много лет, и врачи говорят, что в этих случаях даже вредно бросать резко, потому что это может пагубно отразиться на здоровье. И мне кажется, что мы должны уважать всех членов нашего общества, и все-таки должны быть такие места, где эти люди будут чувствовать себя комфортно.